Вот этот человек, с которым вы должны разобраться. Так, что происходит? Все нормально, это свои. Я, сынок, буду командовать твоим расстрелом, понятно? Так, что происходит? Кто эти люди? Это киллеры. Тебя заказали. А ты откуда знаешь? Да потому что тебя заказали сначала мне. А можешь с вами сфотографироваться? А можешь я с вами посижу? Пить будешь? Ага. Пожалуйста. Настя. И вас не смущает то, что это известный артист? Мне даже доставит это удовольствие. Солдат! Равняйсь! Смирно! Вольно! Ну что, похоже. А лучше? Слушайте, мальчики, мне кажется, нам не надо ссориться. Мы должны все держаться вместе, потому что нас либо убьют, либо одного убьют, а другого посадят. Куда вы дели тело? Не волнуйтесь, тело не всплывет.